Сочи с удовольствием вывалялась со мной 2 недели, как больная. Вчера я попробовала вот драй манго. Несколько всего там полосочек было, может, 10. Очень вкусные. 140 калорий. Ну и что вам хочу показать, что я пью. Стероидные гормоны на 6 дней. Вот такая упаковка. Для, как говорится, поднятия иммунной системы. Вот 2 утром выпила. Сейчас покушаю, выпью. Потом после ужина и 2 перед сном. И так по убывающей. Еще раз показываю. Да, стероидные гормоны. А что делать, если организм не справляется? Вчера я готовила рыбу. Дэниел съел небольшой вот такой кусочек. Вот. Сегодня я доедаю рыбу и гречку. А Дэниел буду мясо готовить на работу. Самочувствие, как вам сказать, болезненное, как-то все равно, и кефир. Надо выздоравливать. Завтра на работу. С гречкой поест. Я не знаю, спит со мной целыми днями. Я хоть встаю, ем, пью, а она в туалет кое-как ее загоняем на улицу. Лежит вот, гладь ее. Ну, Данилка обиделся уже на тебя. О, ухо зачесалось, что ты вообще на него внимания не обращаешь. Он обиделся, Сочи. Обиделся. Иди. Иди в компьютерную сходи. Чё ты лежишь со мной, как старая бабка? Иди, говорю. Возмущается, что я ее тыкаю. Ну. Чего? How do you feel, baby? Feeling crap, why? В общем, плохо. How do you feel? The same. Crap. You're going to... Oh, what? Mm-hmm. Going to work today, yeah? Yeah. Усы отрастил, бороду. And I got all weekend. Growing, huh? Mm-hmm. Soon we're gonna... Tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick. Никогда не было у него. Сейчас расти начали под старость. Okay. Ну что, мы с Ачулей опять выкатили на прогулку. Потом покупаемся. А завтра уже все, Сочи, я буду на работе. Утро мысли только. Ну, как самочувствие будет. Даниил, не важно себя чувствует, но все равно идет на работу. Пишет я иногда из-за этих денег. Так, от чека до чека надо сплатить все. Все счета. А их здесь тоже очень много. Как и везде, и у всех. Да, Сочуля? Ну, иди уже, прыгай. 100 лет не купалась. Спишь, как старуха старая. Давай. Что-то никак не решится. Вот старуха-то стала, а? Ну, я жду. Жду. Сочулю. Идет. Ну, если ты перестанешь купаться, так вообще не насмелишься. Давай, иди. Иди сюда. Давай. Come on. Come on, Сочи. Ты посмотри на нее. Чего у тебя?
Почему такое стало отношение к купанию? А? Иди сюда. Тут хочешь прыгнуть? Тут опасно. Утонешь. Опасно, тут говорю. И где обычно прыгала? Вот видите. Еще и тоже не насмелится. Гулять стали меньше. Ну, давай купаться. Иди скорее. Сочуля. Птичек смотрит. Птички там, да. Смотрит на тебя. Какая ты смелая. Давай. Так что еще, знаете, не... так просто не прыгнет. С настроением она у нас. Давай, прыгай. Come on. Сочи, come on, jump. Jump. Забыла, что ли, как ты прыгала? Давай, прыгай. Пока там шум какой-нибудь не начался. Такая трусиха стала. Ну, я долго буду ждать. Сочуля. Купаться все домой. Кто-то там шабуршит. Слышите? Вот все. Are you coming? О, наконец-то. Разродилась. Ну, посмотри, как хорошо. Водички-то. Да, ты давно не купалась. Да. Ну. И все. Посиди в водичке, посиди. Ой, как жарко. Ну, еще поплавай. Давай сюда, плыви. Come on. Ну, комотечка маленькая. А чего ты боишься-то? Все. Вот и все плавание у ней. Вот так. Ну, иди побегай, иди. Хотя, может, еще прибежит. О! Ой-ой-ой. Ну, вот видишь, какая... какое удовольствие получилось, да, Сочуля? Ой! Тряси давай жопкой. Видите, что творит? Кувыркается на траве. Ты что, сушишь, что ли, себя так? А? Кособеня. Сочуля. Ой, радости-то. Живая ли?